Федорова Юлия Юрьевна. Работаю я с 14 года в Доброфлоте. Вот сейчас моя должность технолог. Всю юность, молодость свою работала продавцом, да, была и в свое время старшим продавцом, директором отдела. Ну, как-то надоело, наверное, и потом приехала сюда Большой Камень и пришла работать, даже можно сказать, наспор с охранниками Доброфлот. Вот не пойдешь и все, я взяла и пошла, пришла станочница. Ну, потом мне предложили учиться. Пошла учиться в Дали Рептус. Профессия немножко не женская, технологические машинооборудования. Ну, победила я, диплом получила. Вот. Ну, поступила на бюджет, то есть как бы умудрилась. Сама тоже была в шоке. Были цели, как говорится, все равно все это для себя, чтобы и должность хорошую заработать, и все, и пройти здесь в Доброфлоте многое. Поэтому и в Южно-Морском поработала, только сетки не плела. На права пошла, да, и там еще учусь. Честно, я всегда иду и стараюсь быть на высоте, чтобы, ну, и бьем шишки, спотыкаемся, да, учимся, это ребенок, там семья. Что-то не получается, но все равно, чтобы всего добиться в жизни. Руководитель мой сказал, ну, Федорова, закончила вышку, давай вторую. Думаю, мне очень нравится здесь работать. Ну, я прихожу, во-первых, у меня вот коллектив, да, нужно их всех расставить. Сначала им печатают там бумажки, тут все собираю, кто опоздал, кто не опоздал, табель, мобиль, как-то. Все, потом выхожу в цех, всех расставляю по местам, если нужно поменять, там меняю. Все, пошла, посмотрела рыбу, посмотрела, как работает, сколько рыбы, работает ли фризер, когда заведется. Тут у нас новый цех открыли. Еще организационные моменты, как сказали Федорова, ну, твое, стенды мои. Ну, на работе, да, бывает все и сложно, и легко. И трудности в коллективе бывают, недопонимания на самом деле. Все по-разному. Бывает где-то легко, где-то совсем тяжело. Ну, всегда я себе говорю, что я смогу, а Доброфлот поможет.